купили Sonic Adventure 2, а игра не видит ваш геймпад. Решение есть и очень простое. Шаг первый. Скачайте данный эмулятор для Xbox Gamepad. Распакуйте содержимое архива в папку с игрой. Шаг второй. Запустите эмулятор и следуйте видеоинструкции на вашем экране. Прежде чем сохранить настройки управления, убедитесь, что виртуальная кнопка Start совпадает с одной из ваших кнопок геймпада. Если это не так, то сами укажите, какой кнопкой будет прожиматься Start. После сохраните настройки и навсегда закройте эмулятор. Зайдите в папку Config и откройте файл Keyboard. В этой строке нужно заменить 0 на 1. Сохраните файл, затем откройте его свойства и выставьте значение только для чтения. Таким образом, ваши персональные настройки не будут перезаписываться игрой, и все обязано работать. Приятной игры!